впереди. Вот там вот это не наша территория. Вот. Сейчас посмотрим с правой стороны. Вон они как забаррикадировались. Как настроение? Лучше всех. Красавцы. Боевой. Не устал? Нет, все нормально. А, красавцы. По центру будем двигаться. Все, наш вход. Мы столкнем. Охватываем здание. С левой стороны. Посмотрим. Пока стоп. Стоп колеса. И как говорит наш старший, пельмени разлепить, дым в трубу. Фарш в корову. Сейчас мы, получается, захватили часть здания, а вторая часть, она через пролет. И поэтому, ну, как бы, сейчас не это целесообразно, следующее захватим, пока мы второй фланг не будем контролировать полностью.